Не спеша, пожалуйста, потому что новое сочинение. Сначала по тексту, да? Здесь, пожалуйста, дай мне соль диез в среднем голосе. Да, вот так. Да. И вот это сыграем. Соль диез верхний на соль дикар. Нет, не играй интервал. Нет, играй ля-ля там, вот без интервала. Руки не хватает, в темпе не выйдет. Да-да. А вот отсюда интервал. Нет, смотри. В разные стороны.
стороны. Тихо, а это полным звуком, несмотря на тихо не значит не играть, да? А теперь не так противная вязка, потому что темп здесь вивачи, это очень быстро. Тебе сейчас не надо очень быстро, это первый раз слушаю. Не надо, да? Ярко сняла. Очень четкое вот это ощущение темы и точно соответствующие своим местам. Раз, два, три. Как бы через 16. Сняла. Нет, где это? Нет. Есть там акцент? Yeah.
обычного басу. Вот этот стык. Вы сыграем левую ручку. Так же. Нет, ты играешь эту ноту, между прочим. Что могут сыграть октаву, у них просто счастье наступает нереальное. Поэтому все внимание, я же могу играть октаву, мне не нужна твоя октава. Ты оторви. Да. Слышь, как ты играешь? Играешь вот этой частью пальца, вот так. Да, сними. Что там будет? Нет, она правую ручку. Правую ручку бери. Не надо отсюда тянуться из октавы. Сверху играть. Сверху рука. Не надо тянуться по октаве снизу. Сверху. Вот. Вот этот палец активный. Поняла? Два, и второй.
вторую. Да, и крепко крещендо вниз. Она тебе еще трудновато, она еще, видимо, только-только-только доразбирала. Да? Теперь смотри, когда ты играешь тему. Тема мне, кстати, понравилась. В принципе, хорошо играешь ее. Есть какие-то моменты, вот ты играешь так. Хорошо это было. Это было хорошо. А вот дальше. Завершить ее, да? Чтобы здесь было четкое окончание темы. Пожалуйста, по-разному, чуть-чуть. Давай. Нет, не катись, а ритм. Пара-та-та. Там. Ты уже здесь сидишь, знаешь, вот в грязь попала и думаешь, ой, как мне тут хорошо, как поросенок. И не хочешь отсюда выгребать. Это тихо, потому что эта грузность, она скорость тебе убирает. Не надо. Вот тихонечко начни и продолжи. Я скажу, как это еще. Первая трюль должна быть единица времени. Она не будет слышна как одна восьмая, если не будет второй. Я не акцентировала. Еще актив не до. Если бы ты играла вот так. Еще две ноты. Поэтому чуть сдерживаю. Это вот так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Точно слушай триоль с восьмой. Так что они у тебя не очень совпадают. Так, знаешь, неплохо, но не очень. Ой, ты слышишь? Раз, два, три. Как только будет уже момент на сцене исполнительский, вот это вот все превращается в то, что разъезжается.
правое, слева, понимаешь? Потому что требуется время. Пом, пом, пом. Да еще и штрих стакатный, да? Поэтому здесь надо очень точным быть. Не спеши. Нет, не надо отсюда. Не садиться. Там. Начнется от двух пьян в двух руках. И так же будет идти триолями. Ля-та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 . Не надо. Значит, начнем. Вот это такой. У тебя такой бандитский звук. Такая, даешь. Тихо спрятаться. Очень точно пальцы. Больше веса в правую. Зачем садишься? И завоевывать мое к себе расположение. Не надо. Дальше. Нет, вот это плохо. Вот здесь плохо. Вот эти нечеткие. Вторая часть. Это нечеткие. Нет, не слышно. Ты зачем играешь громко? Нет,
должен быть не давящийся, пожалуйста, четкий, ясный и крепкий, да? Прекрасно можешь все делать. Давай. Дальше. Очень четко вместе аккордами. Раз, та-та-там, ти-та-там, ти-та-там. Одна фраза. Это было очень хорошо. Это отлично. Поняла? Это сразу громко. Сразу. Не потом, не с третьей ноты. Сразу. Вот в этой вариации.
композиции, надо понять одну простую вещь. Там нет постоянно грохочущего форта. Там есть сфорцан. А ты, когда видишь сфорцан, ты весь такт лупишь. Понимаешь? От этого становится тяжело. Вариации коротенькие. Эта вариация не быстрая. Она должна звучать вот это, как пиццикато струнных. А это другой звук. А у тебя здесь бульдозер, который камни швыряет, понимаешь? Видишь сфорцанда, и дальше начинаешь все лупить. Не нужно этого делать. Вот ты играешь раз. Которая в модерат, она кульминация этого маленького цикла. Поняла? И ее надо играть очень качественно, очень штрихово точно. А ты ее просто лупишь все, как бомбистка какая-то. Пришла на лупилу, проверила, и все. Зачем? Не надо. Во-первых, так дольше будешь запоминать. Вот это неплохо, запомнила. Здесь делать насквозь, да, вот крещендо к этому форте, и от него вот здесь будет форт. Да, и дальше будет здесь мэнсо форте. И уйдешь постепенно в тишину, без замедления. Вздох между всеми вариациями тебе необходим. Здесь для того, чтобы понять, что здесь чуть сдержаннее. И главное, слышать начало второй четверти. Да. Да?
в этой вариации. Здесь точно аккордами вертикально, да? И там, где у тебя вот эти... Вот абсолютно механические две руки, да? Как палочки барабанные. Абсолютно одинаково. А там, где у тебя триоли, прям паучи, это одна триоль. Вот сыграем три так, чтобы три звука друг за другом были. А теперь сверху вниз. Да, вот особенно трудно сверху вниз. Если туда еще понятно, то с таким же опорным басом правая рука вниз, она гуляет. Она так происходит. Она как бы туда и обратно. Только вниз не держать. Только выучите это так, чтобы руки у меня не были на потолке, да? Потому что это все в темпе. Какой бы ни было модерато, но вариация-то быстрая. А вот в следующей вариации вот это будет. Сыграем мне левую руку тихо и быстро. Так, старым текстом, да? Вот это надо прям так-то втянуть. Очень легкая, а это немножко более весомо. Попробуй, только не быстро сейчас. До нет. Нет, вот я ми слышу лучше всего. Все сказать, еще не очень получается, но суетишься, да, пытаешься сразу все сказать. Да, вот смотри, она сейчас брала педаль, ту, которую... Да, я тебе здесь. Смотрите, что здесь. Иди
сюда, с этой стороны будешь смотреть. Вот она брала сразу здесь, вы услышали, где она поплыла, да? Да, вот где она играет эту серединочку, как бы, этой пьесы. Пьеса называется «Танец», да? Такой рисунок, восьмая, пауза и тенуто. И она, как и любой нормальный ребенок, автоматически ложится в это тенуто в педаль. А мне нужно, чтобы педаль была вот здесь. А тут снова. На каждое. Сама 9 месяцев не прикасалась к роялю, потому что я жутко болела и лежала вообще с 1 октября просто в мертвом состоянии. Поэтому у меня тоже руки, простите за показы, потому что очень все коряво, раздражает до ужаса. Я без выпендрежа абсолютно, потому что на самом деле в этой пьесе есть вот определенная, вот если послушать, да, безнадежность. И это какой-то такой, знаете, вот из балетных образов. Как бы, да, как будто замедленная пленка, вот такой танец. Там вот этот рисунок, когда спускается бас, вот вначале не хочется педаль. Очень важно вот этот интервал. Вот это не новое начало, его здесь нет. Раз, два, три, раз, два, три. Там есть нога в затакте и дальше на каждой, потому что правый абсолютно легат, а вот это остальное. Вот я сейчас без педали играю. И мне нужно сохранить, вот чтобы это было как бы педально рукой, а вот это стаккато, чтобы это была виолончель пиццикатная, понимаешь? Поэтому я здесь беру сразу ногу за такте и дальше другой рукой веду. Интереснее, чем так. Понимаете? И это гораздо сложнее. Вот, вот это понятие из-за такта снятое, нога тут взята напрямую и снять. Но тогда появляется время продленное, да? Понимаете, вот разницу, да? Вот мне это очень важно, чтобы она не просто. Она сыграла то, что написано в нотах. Он написал, понимая, что могут играть дети, он поставил такую педаль. Без. Да, потом у него вот такая нога. Очень мало ноги. Вот здесь бас. Почему бас? Потому что вот он. Потому что там мелодия. Он сразу взял и выделил педалью эту мелодию. Вот он поставил в двух местах эту педаль во всей пьесе. Поэтому вот начало как бы, оно пустое. Вот в этой пустоте весь ужас. И там есть вот эта вот какая-то совершенно холодность питерская, да, сырость, я бы сказала. Не просто холодность, а сырость. И жуткое одиночество, и вот какой-то совершенно, вот хоть это танец, понятно, но там потом после этого совершенно гениальный вальс, просто фантастический, который потом я не сразу, то есть
авторскую преемственность я уловила сразу. Но потом я даже нашла в сочинениях, в каких это уже звучит. Поэтому вот сыграю мне сейчас это вступление, рука на месте. И когда пойдет тема, сразу вот ее как бы сюда. Как бы вот такая педаль, смотри. Я ее с нотами беру вместе. И снимаю в третий. И опять беру. И только очень медленно это делаю. Педаль взяла. Снимаю. Но не просто убрал, а как бы меняю все. И паузу вот эту делаю. За счет чего? Снимаю. Ложусь и опять снимаю. И у меня очень часто на первой доле оно не получается. Ее нет. Потому что есть вот такая вещь. Да, сняла, дальше взяла. И раз, сняла. Так, как и другая сняла. Пошла в этом ритме. И сначала. Я это не смогу. И пытаться не буду. Но ухом ловить. Вот давай сейчас попробуешь. Передать мне образ. Зовут Яна, фамилию у тебя Родина. Ты просто девочка с другой планеты. И твоя задача нас убедить состояние. Поэтому ты ищешь звук и ищешь ноту. И ногу не опускаешь до конца ни разу. Она работает в верхней части педали. Вот чуть-чуть. Вот она дышит вместе с тем, как дышишь ты. Ты не дышишь, и нога неправильная. Вот пробуй. Нет? Еще? Не настроился? Еще раз попробуй. Не спеши, помедленнее. Застынь. Синкопа позже. Нет. Не на синкопу педаль дальше, на восьмую. Снимаешь на первую долю. А я беру на первую. Ну, пробуй. Этот вздох, да? Ты не прыгаешь туда, а берешь это изнутри себя. Еще. Это позже. А теперь еще вот несешь руку к этой четверти. Да, только чтобы я не видела. Нет? И на ней уже нет ноги. Нет, вот смотри, ты возьми педаль. На стаккато не отрывисто, а такой, знаешь, исчезающий. О, сняла. Нет, третья, четверть, самая поздняя. Нет, не было паузы. Нет, вот башкой не мотать мне. Молодец. Сняла. А третью? Сняла си соль.
та-та-та, медленно играем. Ла-ла-ла-ла-ла, только не держать левую. Штрихи играешь так, как написано. Держит их только нога. А руки делают все, как написано. Раз, педаль. Нет, в этом вальсе нет форта. Посмотри, ну, ни одного форта. Есть мэтца один раз. Дальше. Нет педали здесь. На два. Смела. Раз, два. Вот одну ты не педаль. Так, за так, за так. Та, которая в интервал падает. Да, два пьяна, обращай внимание. Два пьяна стоят такими красивыми и педаль на каждую ноту в левой руке, а рука правая тянет. А это короткая, пятицикадная нота. Короткая нота. Нет, ты рукой играешь. Давай, играй мне за так, правую. Педаль на каждую ноту. Педаль на каждую ноту. Услышал? Вот она короткая, еще короче, чем ты берешь. А рука продолжает держать. Вот сейчас она сколько играет, да, еще пока мы ни в одном такте ни разу не повторилась педаль. Ее нельзя выучить стандартно. Взял, снял. Не будет тогда вот волшебства в этой музыке. Будет примитивно. Можно выучить примитивно, будет хуже получаться. Лучше дольше. Въехать в это надо. Вот это одна страница, но когда ее играют по-настоящему, потом очень устаешь после этой пьесы. Потому что, ну, там серьезная задача уже. Потому что здесь в вальсе получается педаль и на два, и на раз, на три пропуская, два, на раз простая совсем. В затаксе из двух восьмых на вторую восьмую, потому что она основа интервала следующего. И еще потом после этой педали надо так держать руку, потому что у детей же как автоматически ногу взял и руку, ногу снял и руку снял. А здесь надо понять, что рука продолжает играть, иначе вот этот вот пиццикатный штрих, который он ставит на педаль, он просто бессмысленен, его нету. Значит, должна работать нога. Она должна быть многовариантной. Ты тут еще держишь, а тут снимаешь на каждую. И не снимать на каждую нельзя, потому нельзя ничего пропустить, потому что каждый раз новая гармония. Поэтому педаль получается вот в этом месте, где мы на носу, где чуть-чуть помедленнее, да? И вот это вот расползающееся. Брать так, чтобы вот это было на педаль, но еще оставалась дырочка между нотами, понимаешь? Вот чуть-чуть кислородик. Вот попробуй, только попробуй. Это трудно, но будешь учить. Благополучная рука. Нет, это не выйдет. Это играть только кончиком пальца. Вот прям руки. Вот эта вся пьеса, знаешь, это надо играть так, как будто вот ты руки положила и никаких лишних движений, да? Вот это все тут. Никаких как бы эмоций, только вот выделены. Да? Быстро спешишь. Не чувствуешь воздух. Нет, нет. Да? Пам, пам, пам. Сыграй одним пальцем. Возьми второй палец. И одним вторым. Вот так играй с правой рукой. Вот каждую ноту на педаль одним пальцем. Тихо, тихо. Педаль. Да. Молодец. Как одним пальцем. Тащи, мелодия не заканчивается. Самая горячая точка ее. На каждую. Форте там уже практически, да, единственная. Чистая, это трудно. Правильно?
играешь так, а я играю так. Каждая. Не, нет, плохо. Каждая. Вяло играешь. На каждую педаль короткая. Мало. Мало. Два. На каждую педаль. Педаль прямая. Вместе с руками. Так же, как руки. Какая нота? И началось одновременно. Пошла правая. Да? И так играет. Та, нет. Тара-ти-та. Там. Тихо, я и ногу. Да, играет вот этот. Сюда педаль, на вторую еще педаль, и педаль такая взяла, и она уходит. То есть играешь раз, интервал, и ушло. Раз, интервал, и ушло. Здесь на каждую. Знаешь, как выглядит диминуэнд? В какую сторону? Туда, да, вилочку? Вот так должна выглядеть здесь педаль. Как начало диминуэнда. Педаль, и она ушла. Педаль, и она ушла. Поняла. Знака снять? Нет. Поехали отсюда. Продолжаем. Сначала отдельно левую руку, потом отдельно правую. И выучить вот эту один, педаль сняла и рукой. И вот в этом месте там. А потом движение. Понимаешь, вот это зависающее в паузу и тяну. Ну, потому что если натяну, то педаль, то получается грубо. И выбивается это там пьяно, два пьяно, потом не выходит. Теперь вот в этом месте. Взяла педаль, возьми. Поднимай руку по степени. Ты снимаешь. Поднимай. Без ноги. И отсюда пошла. Взяла. Нет. Бас. Пошла мелодия. Фаршлаги не та-та, вот здесь очень важно, такая гармоническая, да, фаршлаговая линия везде, они почти вместе, да, вот такие, пом-пом, да, да, и очень тихо, очень тихо. Ты пропускаешь в тех тактах. Которую фаршла, ты не ведешь мне мелодию. Ты ее ведешь только вот там, где 16. Левая рука. Ля, си, ля, соль, фа, ми. Здесь нет педали. Не будет слышно в этом регистре. Там будет серый волк. А ты опять растишь. Кажется, такая бездельца на одну страницу, но если сделать по-настоящему, то очень здорово звучит.
и музыка настоящая. И вот там дальше весь цикл. Там совершенно гениальная пьеса. Дальше «Весна», в конце «Ноктюрн» просто феерический. Там сочетание 5 четвертей, 6 восьмых, вот такие там ритмы, 9 восьмых, там все это переходит. Знаете, вот очень интересные вещи. Внутри там большая такая фактура с внутренними аккордами, с очень интересной гармонией и тоже с очень интересной педалью. С разворотом пьеса. Для тех, у кого руки побольше, вы получите удовольствие. Хорошо. Все, свободно.